Ребят, привет! Мы сейчас с вами будем красить. Я отодвинула холодильник, к нему пришпандорила лампочки свои на палках. Вот, и у меня был, оказывается, неисправный удлинитель. В общем, короче, все наладила я молодец. Сейчас мы с вами идем красить. Валик 10, палка 1,20 м. Внизу лоток 330 на 350. Ребят, смотрите, какая у меня есть кисть. За 1500 по акции. Анза 75 миллиметров. Видите, с заглушкой. Можно сюда палку всадить вот эту. Короче, тут на лазере заточена. Видите, она многорядная. И очень хорошо берет. Я такими вот кистями двумя покрасила 3 дома своих на даче. Сейчас мы с вами отводим углы. Ну, если что, у меня есть и валик. Набираю. И прокрашиваю угол. Плинтус я отвела, потому что плинтус тут сохраняется. В комнатах нету и в коридоре нету плинтусов. Растушевываю. Отвожу контур и середину буду валиком катать. Туда-сюда. Вверх-вниз. Сейчас посмотрим, как она еще вверх отведет. Потому что я не хочу, ребят. Я не хочу наверх. Вверх отводить скотчем, поэтому я сейчас попытаюсь отвести или валиком, или это кистью. Красить будет 2 слоя, 1 слой в день. Так, возьмем на всякий случай еще кисть. Возьмем сейчас 2 кисточки. Одна плоская, совсем плоская, однорядная как бы. Вторая радиаторная 35 миллиметров, а та, наверное, сантиметров 6. Пойдем, ребят, сейчас наверх. Сейчас приспособимся, все сделаем с вами. Эта подготовка очень длительная, а все остальное очень быстро. Так, ту малярша ругала, а самой тоже я. Я задела сейчас галтель. Так, сейчас тряпочку возьму, подотру. Сейчас надо приналовить. Видите, стремяночка короткая. А краски я много наложила сюда. Так, сейчас. Когда у меня стремянка повыше, я ставлю свой инструмент на верхнюю ступеньку. Тут вот 3 ступеньки, 4, а у меня 6 ступенек в итоге. На 60 сантиметров выше. Конечно, работа от того, что она выше, намного легче. Так, сейчас стираем с вами. Тоже вверх. Ребята, валик. И валиком прокатаем эту стену. Так, беру палку. Лоток у меня 330 на 350. Водички я добавила совсем чуть-чуть. У меня было 4 литра, потому что я отлила.
отдельно в 5-литровую канистру. Мне кажется, 4 литра тут хватит. Цвет розовато-бежевый, розовая пудра. Наверное, такой же тут и был, тут был пожелтее. Так, прокатываю валик. Так, беру валик в руку, чего я не люблю. Потому что сейчас руки все будут говнище. Так, берем сейчас палку и прокатываем столбы с вами. Так, она у меня тут встанет. Ни хрена, только вверх. Катаю в одну сторону. Так, все, это сделали. Так, ребятки, не факт, что вы меня сейчас тут будете ловить, потому что ему нужно лицо, а не моя спина. Все нормально. Так, сейчас мы с вами отведем, возьмем кисточку. Так, ребятки, сейчас я соображу, что мне взять. Так, пойдем. Отвожу контур. Взяла кисть плоскую. Так, и сейчас красим вверх.
отлично, там надо мне почистить и покрасить. Так, сейчас, ребятки, возьмем с вами скотч и или как? Попробуем еще сейчас один метод. У меня есть ролик такой. Сейчас мы роликом с вами отобьем. Ну, если что, скотчем потом. Вот есть такой, ребята, ролик. Видите? Аппликатор. Сейчас мы с вами им попробуем. Вот кружки, они идут, видите, выступают на том расстоянии, которое мы хотим, чтобы он, вот эта шубка, не прокрашивала. Как бутерброд намазываем ее кистью краской и идем вдоль плинтуса потолочного. Или угла. Сейчас. Так, пойдем, ребятки. Нам с вами надо сейчас отвести верхний контур или будем скотчем закрывать. Выбор невелик. Сперва отводим контур. Вчера я красила здесь грунтовочной краской, а сейчас уже крашу первый слой основной краской, которую хозяюшка купила в Авито. И вот это ведро 9-литровое, закрытое, колерованное, стоило 3000 в среднем. У всех оно стоит где-то 3-3500. И дата у всех приблизительно сентябрь 23 года. Ну как бы нормально, не тухлое, ложится нормально. Ведро не вскрытое. Пролезаю поперечной стороной кисти, где наличник у меня по той стене. Прокатываю валиком. Почти как тут был. Тут был желтее, а этот розовее. Проглядывает. Тут более интенсивный был. Валика длинная ручка 48 сантиметров. Рекомендую вам приобрести такую тоже длинную ручку. Ей порой удобно. Не надо никаких дополнительных палок.
макаю в саму ванночку этот эпликатор. Хорошо. Валик за трубой. Так, сейчас с вами берем палку. Прокатываем валик, одеваем палку 1,20 м. Укатываю. 1, 2, 3. Так, не будет сейчас мешать стремянка. Thank you.
Видите, как здорово. Эта синяя полоска у нас с вами перекрылась. Так что, ребята, у кого проблемы все на стенах, надо скрыть. Покупайте вот эту краску. Если дороговато, покупайте, как Лена из Авито. Так. Отлично. Так, сейчас, ребята, налью свеженькой краски и к вам приду. Ждите.